Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, ведь в этом мире я и ты. В избытке сил обновления, познавшая радость и любовь, в простом ты видишь все творение и к жизни новой вновь готов. 19 июля, день Еремея и Сесоя. Еремей пострадал за веру в Иисуса Христа. Во время гонений при императоре Нумериане был арестован и убит. С детства, возлюбив Бога, преподобный Сесой взял на себя иго креста и, подвязаясь в пустынях египетских, подвигами поста. Он проводил жизнь равно ангельскую, смирением и молитвою побеждая полчища невидимых врагов. В отшельничестве провел 60 лет, получил от Бога дар чудотворения. Так однажды он смог воскресить умершего юношу. Сегодня полагалось окончить посевную. На эту тему существовала пословица: «Всякий Еремей про себя разумеет, когда сеять, когда жать, когда в скирды убирать». В этот день старались встать пораньше и пройтись босиком по росе. Считалось, что сегодняшняя утренняя роса обладает целебными свойствами и продаст сил бодрости, подарит человеку крепкое здоровье. Существовали пословицы: «Сесой, ходи по росе босой, на сесое и роса звенит, коли под косу летит. От сесоевых зовов роса силу берет, колос наливается. Хлеб поднимается худой, не намолен сесой». В этот день традиционно варили варенье из черной смородины. Приметы: сегодня утром пройтись босиком по росе. Весь год здоровым будешь. И если сегодня идет дождь без ветра, ненастье будет продолжительным. Дождь, начавшийся сегодня после полудня, продолжится еще день. Простой способ избавиться от высокого давления. Многие годы мучилась от высокого давления. Оно превышало 200. Спасалось простым деревенским способом. Обыкновенным пшеном. Нужно взять 3 столовые ложки пшена, перебрать его, помыть, растолочь в ступке, посушить и за день съесть без воды и не вареным. Вот такой интересный рецепт.